Сегодня в программе. Он, когда приезжал в Иваново, он все время мне звонил, мы встречались. И в августе 2010 года я забеременела. А 6 мая 2011 года родила Сашу. Альбина Ракитина уважала желание своего любовника сохранить семью. Андрей приезжал регулярно к ним с сыном, помогал немного материально. Этого Альбине было достаточно. Недавно Андрей погиб в ДТП. Альбина добивается, чтобы ее сын Саша получал пособие по потере кормильца. Для этого необходимо установить отцовство покойного через суд. Просто так получилось, что вот эта гадина наговорила про меня гадостей Владимира. Он сбрасывал звонки, он не брал трубку, не могла с ним связаться. А потом я вдруг узнаю, что она вышла замуж. Ирина Коршунова уверена, что ее муж Кирилл не отец ее дочери Алины. Ирина утверждает, что 13 лет назад была любовницей Владимира Тишина, в результате чего и появилась Алина. Вдова Тишина не признает иск Коршуновой. Она уверена, что муж ей не изменял. Слушается гражданское дело по иску Ракитиной Альбины Сергеевны, Поленовой Ларисе Николаевне об установлении отцовства умершего Поленова Андрея Егоровича в отношении Ракитина Александра Андреевича, которому сейчас 8 лет. Ответчик Поленова Лариса Николаевна, вдова покойного, исковые требования не признает. Альбина Сергеевна, в свидетельстве о рождении в графе «Отец у Александра» записан Ракитин Андрей Егорович. Скажите мне, пожалуйста, кто это такой? В графе стоит имя вымышленного человека. А Андрей Егорыч — это отец моего ребенка. Поленов Андрей Егорыч является отцом моего ребенка. Это еще доказать uh -huh. надо. Мы докажем. Месяц назад он, к сожалению, погиб в ДТП. Он uh -huh. возвращался, мы живем в Иваново, он возвращался от нас и ехал в Москву к Ларисе и к ее дочке. Uh -huh. и, и, к сожалению, вот попал в ДТП. Но Андрей нам всегда Саше помогал. Хоть и небольшие деньги, но платил. Вот у меня есть квитанции о переводах. Я прошу вашу честь установить отцовство и хочу, чтобы получать пособие по потере кормильца. Потому что это 6-7 тысяч, это достаточно приличные деньги, потому что как мать-одиночка я получаю совсем мизерные деньги. Угу. Передайте, пожалуйста, документ через судебного пристава. Скажите, пожалуйста, спасибо. Вы хотите установить отцовство да. с тем, чтобы потом получать пособие по потере кормиться? Да. Верно? Да. Угу. Все понятно. Человек погиб в ДТП, биоматериал сохранен, соответственно, экспертизу мы провели. Скажите мне, пожалуйста, а почему? Предполагаем, отец при жизни не записался в свидетельство о рождении в графе отец. Он не хотел признавать официально Сашу своим сыном, потому что не что хотел, не чтобы об был, этом что вас... а, знала Лариса. Разводиться он не собирался. Он считал, что в Москве у него стабильный брак, жизнь налажена. А Лариса, у нее есть дочка, он ее удочерил, и когда она еще была подростком. И поэтому уже ничего менять не хотел в своей жизни. Угу. Какое пособие? Потери Какое париться? пособие? Почему должен Андрей участвовать в, в памяти об Андрее, даже должна участвовать в создании твоего какого-то пособия? Я тебе точно скажу. Я своего мужа знаю от и до. Не надо привязывать Я его не к своим интрижкам. Я тебя очень прошу. Какие интрижки, Значит, Лариса? Пожалуйста, Какие пожалуйста, интрижки? пожалуйста, ищи отца своего ребенка. Ищи. Отец? Нет, Андрей, дорогая моя. Подожди, ты пришла? Отца? Мы друг друга знаем давно. Да. Ты ко мне пришла. Мы давно друг друга пришла знаем. с ребенком. Я тебе предлагаю жила помощь. Мне не нужны. Зачем твои тебе деньги, надо было идти в этот суд? Мне ну, не, зачем? не нужны твои подачки. Пойми, мне uh -huh. не нужны подачки. Мне нужны деньги. Альбина, скажите, пожалуйста, вы что с Ларисой были раньше знакомы? Да, мы знакомы с ней с детства. Но а -а -а. 20 лет назад э, мы не мы не виделись 20 лет. Дело в том, что все это время я жила в Иваново, и совершенно случайно 10 лет назад я встретила Андрея. Он, как оказалось, занимается продажей тканей Встретил в Москве, меня. а в Иваново он их закупал. И вот, когда э, у -у -у. мы с ним встретились, э, были рады очень друг другу, он сказал, как я прекрасно выгляжу, пригласил меня пообедать, потом ну, продолжили вечер у меня дома. И э, так получилось, он, когда приезжал в Иваново, он все время мне звонил, мы встречались, и в августе две 2010 года я забеременела. Uh -huh. А 6 мая 2011 года родила Сашу. Когда, когда ты залетела? В августе. В августе? В да. 2010? -х? Да, да. Ларис, да. А мы в 2010 году с мужем, с дочкой июль-август мы как раз были на югах. Ларисочка, Ой, каким это волшебным образом, интересно, ты могла забеременеть, не увязочка какая-то получается у тебя почти. Да, я поясните, молчала, пожалуйста, Альбина. Ты, Лариса, я, я должна я, начать. Так, значит, так, дамы, Свините. вы говорите по очереди, хорошо? Свините, это не место для ваших склок. Я 10 лет сидела и молчала. Андрей просил меня ничего не рассказывать про нашу связь. Я сидела и молчала. Я была фактически его второй женой, хотя штампа в паспорте у нас не было. И я связь нашу держала в тайне, потому что он меня так просил. Угу. Скажите мне, пошла, Лариса, а вы не подозревали, что у вашего мужа есть вторая жена? Ваша честь. Может, эта женщина не может быть любовницей моего мужа, как и ее сын не может быть сыном моего супруга почему не может вот я просто в этом наверняка уверен это она просто понимаете так считает. мой муж на мне женился и сразу удочерил мою дочь Жанну которую я родила 22 года назад у нас была прекраснейшая семья я конечно понимаю что в семье должны быть общие дети я очень хотела забеременеть но к сожалению андрей э, он бегал по врачам, сдавал анализы. Да, кстати, было у тебя или не было, так Андрей же был бесплоден. Альбина Сергеевна, да. а получается, отвечу, Ларис, действительно, вам деньги предлагал на сдержание ребенка? Она вам сейчас просто эмоционально да, я, кричала. Я перед, перед судом, перед судом, я предлагала тебе, потому что я понимаю, я женщина. Я женщина, я мать, и поэтому я тебе перед судом предложила 10 тысяч. Она мне предлагала, но я отказалась. Одно дело от государства получать реальные деньги, а другое дело от Ларисы. Сегодня она платит, а на завтра неизвестно, что с ней может случиться. А мне нужна угу. стабильность. Да, знаешь, в общем, вы правы. Извините, ты просто после всего этого ты с дыркой от бублика останешься. Я тебе предлагала щедрую помощь. Мне не нужны щедрую. твои подачи, от Мне не нужны твои деньги. Мне нужны законные деньги, пособие законные. Извините, как ты я это не можешь понять? А вы помните, почему предлагали? Ну, потому что мы сто лет друг друга знаем. Угу. Но мне не нужны ее подачки. Просто помочь. По не потому, что она от вашего да, покойного да. мужа ребенка родила. Просто потому, что 20-летнее знакомство. Угу. Я тоже сочувствую угу. ребенок, поэтому предлагала. Угу. Угу. Скажите мне, пожалуйста, вы заявляете в качестве свидетеля Щеглову Ирину Павловну. Это кто? Щеглова Ирина Павловна, она работала с Альбиной. И... Она знает о наших отношениях, и она единственный человек, который вот сейчас точно может рассказать, могли быть отношения между моим мужем и Альбиной. Ой. Я вас очень прошу пригласить ее в зал суда. Она подтвердит, что отношений не было, да? Щеглова Ирина Павловна, пригласите, пожалуйста. Это сплетница еще та. Она, давай, она давай, говорит сейчас. Давай послушаем. Ларис, Успокойся, пожалуйста. Послушаем. Да, она сейчас придумает можно того, чего и не было. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина Альбина хочет установить отцовство покойного Андрея в отношении своего ребенка. Вы можете подтвердить, что у них не было отношений, что она не могла от него ребенка родить? Нет, не было, конечно. Я знаю и Андрея, и Альбину. Андрей много раз приезжал. К нам в Иваново. И э, я его видела много раз, но с Альбиной нет, ни разу. Где а потом вновь. Альбине было совсем не до Андрея. У нее было полно ухажеров. Вот, причем, пожалуйста. Да, причем у нее был иностранец там такой роман. Вот, она как раз говорила, что сын как раз от этого иностранца. Они познакомились ну, в этом сведению, музее пожалуйста. в Иваново. И потом вот ярко, в Иваново? Как в сериале. Да, угу. да а, это вот. действительно какая-то сказка. Да, дело в том, что она, я ей специально придумала эту легенду, потому что она да, была просто стала да. бы на каждом шагу говорить, у -у -у. что у нас была связь с Андреем и этого узнала Лариса. А зачем мне это нужно? И расспрашивал бы меня бы и сына. Ваша честь, сюда можно пригласить моего брата Рогитина Дмитрия Сергеевича. Он подтвердит, что Андрей является отцом моего ребенка. Давайте всей семьей давайте нападайте. Андрей брат на Сочинительница. Привела с собой, с собой рассказ. Гранью. Какую держать, держать, мой да. брат, ну, Дмитрий, здравствуйте. Наважите. Здравствуйте. Вставайте, пожалуйста, к вашей сестре и расскажите суду, от кого она ребенка родила. Ну, ясно, от кого. От Андрея Поленова. Суду она меня познакомила с ним угу. примерно лет 10 назад. Раньше я его не видел, так как я старше, и в Иваново с ним не пересекался. А тут она мне его представила и сказала, что это ее любимый мужчина. В Иваново к Альбине он часто приезжал. А в 2010 году, в августе, я как раз закончил строительство небольшой дачки за городом и пригласил их обоих на новоселье. Они у меня отдыхали примерно неделю, а через месяц Альбина сказала мне, что ждет от Андрея ребенка. Угу. Ну, там, на даче и забеременела. Угу. Я, конечно, за сестру был очень рад, но и беспокоился тоже. Андрей-то женат был. А вы с ним не пытались как-то по-мужски ну, поговорить? Просто... Что он сделать ну... теперь собирается? Собирается ли ребенка воспитывать? Ну, ваша честь, конечно, пытался. В сентябре того же года, 10-го, он еще раз приехал в Иваново. Я пригласил его на рыбалку, где прямым текстом спросил, собирается ли он разводиться и жениться на Альбине. Он сказал, что разводиться не станет. Нет, да, к сожалению. Якобы у него в Москве налаженный быт. Альбину вести некуда, так как квартира принадлежит жене. Да. А потом начал разъяснять, что если он уйдет из семьи, то жена ему запретит навсегда встречаться с дочерью, которую он очень любит, хоть она ему и не родная. Ну а я что? Сестру все устраивала, пусть Всех так и будет. Но, ваша честь, он Сашу тоже сына очень любил. Да, это так, ваша и честь. И чувствовал свою вину перед ним, потому что так и не смог оформить официально свое отцовство. А последнее время стал поговаривать все-таки о том, что разведется с Ларисой и женится ну, на Альбине, потому что, что, что дочь сказать, стала уже сюда? большая, выросла. Но последний шаг сделать так и не решился. Угу, Ваша угу. честь. Ну, получается, собирался. Угу. Получается, Альбина вторая жена да, Андрея, было. а Саша его родной сын. Я им помогаю как могу, но ну, у меня у самого трое детей. Это так, ваше честь. Поэтому было бы очень хорошо, если ребенок хотя бы получал пособие да. по потере кормильца. Я вас она очень прошу. Пригласите, она, пожалуйста, знает, в зал суда лучшего друга моего мужа Николая Власова. Вот это человек, который способен расставить все точки над им. Власова, Николай Юрьевич, пригласите, пожалуйста. Коля придет, сейчас все расскажет. Он, он, сейчас он все с детства знает моего мужа, всегда рядом. Он, нет, какую правду скажет он? Посмотрим, да. Здравствуйте. 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 <призываю> Николай Юрьевич, вот Альбина утверждает, что родила ребенка от вашего покойного друга Андрея. Может такое быть? Это правда? Не было это в вашей чести. Я знаю Андрея уже много лет, 15 лет, я его лучший друг. Не могло быть у него никаких детей, кроме усыновленной дочери. А почему не могло-то? Может, вы об этом просто не знали. Он очень любил Ларису. Он мне так говорил: да, лака сумасбродная, скандальная, истериками закатывает. Но, кроме нее, я больше никого не люблю никто мне не нужен. Скажите мне, пожалуйста, а вот Лариса говорит, что он бесплоден был. Нет, Андрей, никакого там бесплодия не было. У него была дочка, и, что, и это, не это хотела это ребенка это. Лариса. А, у нее а. же дочь была. И поэтому Андрей с этим согласился. Пусть так и будет. С чем согласился? Что с, она больше детей не хотела? То, что она детей не хотела, он говорил, чтобы не, у нее были первые тяжелые роды. И, в общем-то, она не хотела забеременеть. Mm -hmm. И поэтому он с этим согласен, так и остался, и не стал. Лариса, Муж... а вот вы, суду, понятно, а вы суду сказали, что у него были проблемы, что вы наоборот хотели очень ему ребенка родить. Ваша Получается, честь. это было ваше решение, child free. То, что тут неправду-то говорит. Ваша честь. Ну, вы же знаете, что такое мужчины. Ну, какой мужчина признается в мужском коллективе, что он бесплоден? Ага. Конечно, он все валил на меня. Вроде бы как ага, я, я не хочу иметь так. детей. Ну, он просто стеснялся признаваться. Вот и все. То есть получается, что наличие любовницы и ребенка вам ничего не известно. Близкий друг Андрей тоже ничего об этом не знает. Говорит, что Андрей был однолюбом, никаких детей не было и быть не могло. Послушайте, что ребенок рассказал психологу. -"Саша, скажи: а ты знаешь, кто твой папа? Да, знаю. Его зовут Полен Андрей Егорович он недавно умер. А ты скучаешь по папе? Да, скучаю. Он был такой веселый, любил меня и подарки дарил. А какие? Мяч футбольный привез на с днем рождения и очки для плавания. А ты плавать любишь? Да, люблю. Я однажды ходил в секцию по плаванию, ну бросил, потому что у мамы денег нет. Жаль, что у мамы нету в квартире бассейна. Бассейн в квартире? Как это? Папа меня однажды привез в загородный дом на своем ей крутой машине. Это было так круто. Там он сказал, что живет его жена и дочь. Но они куда-то уехали. Там было так круто плавать в бассейне. Бассейн был лазурный, с настоящей пальмой. А ты маме рассказал, как провел время у папы? Нет, не рассказал. Папа меня попросил мне рассказывать. Ваше честь. Я, я сейчас просто в шоке, что мой сын, что он вообще говорит: какой загородный дом, какие пальмы, бассейн. Он мне жаловался, что у него денег нет, что он считает от зарплаты до зарплаты на коммунальные платежи еле находится. Сколько деньги. вам месяц привозил? 10 тысяч вы говорили, да? Небольшие деньги, да, совсем. А тут загородный дом, бассейн – это вообще что, что такое? Лариса, а у вас дома есть бассейн и пальмы? Кто, Лариса? Ну да. Ой, у Коля, Коля, дома Коля, был, Коля. Да, ну, это вообще фантазирует. Ну да, слушай, тогда получается, подожди, что он подожди. привозил мальчика, значит, он его признавал. Ну какая рука, а ну, вы были дома, может... у Лариса? Конечно. Видели бассейн с пальмами? Конечно. Пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы. Принесите, значит, пожалуйста, доброго. конверт. От этого я не ожидала. Спасибо. Оглашаются результаты генетической экспертизы. В рамках проведенного исследования метода молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического роства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Поленова Андрея Егоровича и Ракитина Александра Андреевича. По результатам настоящей экспертизы Поленов Андрей Егорович является биологическим отцом Ракитина Александра Андреевича. Ну, ну, сейчас, ну. А ну, Я не не да? вот Кто из да. нас, правда, Лариса, оказалась? Мальчик. Кто настоящий отец, а? А ты что говорила? Андрей настоящий отец. Ну, вот зачем меня только Андрей обманывал, что он такой бедный и несчастный, что у него денег нет, переводил 10 тысяч, а сам, оказывается, он богач какой. Для меня это просто шок, ваша честь. Да какая разница, кто кого обманывал. Тебя обманывали, меня обманывали. Мы две обманутые женщины. Нас обманывал один мужчина. Ты понимаешь, сколько ты там просишь от государства? 7 тысяч. Я тебе предлагаю. 15. Лариса, так что получается? Что? Саша? Сын Андрея. Коля. Значит, он полноценный наследник. Он должен получить долю наследства. А ну, Лариса? Ну, не лезь ты в свои дела. А скажите, пожалуйста, а. что входит в наследственную массу? Альбина говорит, что Андрей был гол, как сокол, что все было ваше. Поясните, пожалуйста, суду. Ясность можно внесите. Я, скажу. я был близким другом, я знаю. У Андрея был свой бизнес, магазин э, что, э, тканей. У него, он был записан на него. Квартира напополам с Ларисой, они ее 4 года назад покупали. Э, крутая машина. И еще счет в банке. Андрей мне говорил, что там 10 миллионов рублей. Короче, Альбина не принимает этой вдовы никаких подачек. Она из тебя реально дуру делает и облапошить хочет. Я Ничего себе, альбинка ты тихоня, да? Вот а -а -а. сейчас вот она получит наследство за сына. Получит. И о работе можно будет не думать. Да? Я все поняла. Изменяя никаких жестких принципов мне на сделали. Ваша честь, ведь мой сын имеет право на наследство? Конечно, однозначно имеет. Три года назад я в телефоне нашла фотографию, где мой муж обнимает Альбину. Бежала его к стенке, признался, как и все мужики. Да, был один раз, больше не буду. Но когда после смерти Андрея на пороге появилась Альбина, я поняла, что будут проблемы с наследством. А потом из ее слов я поняла, что она не знает, об истинном нашем достатке. Я думаю, Андрей этого и говорил, чтобы она его не доила, как корову. Угу. Мне лишнего не было. Я надо. предложила ей немного денег, но она отказалась. Я не могла предложить ей больше, потому что она тогда сразу бы узнала об истинном нашем Что вы, на самом доходе, деле, богатые да. люди. Угу. Поэтому вы, не предлагали больше. Ну вот больше. теперь за шашни мужа мне приходится расплачиваться имуществом. Мне не нужно лишнего, Ваша честь. Мне нужно только то, что полагается по закону. После сегодняшнего суда я чувствую себя какой-то обманутой дурой. Он постоянно ныл, что у него денег нет. Я его как дурочка жалела. Какие-то копейки постоянно подкидывал. А оказалось, что он вполне состоятельный человек. Да, соответственно, теперь ваш сын Саша имеет право на достаточно приличное, как я понимаю, из того, что озвучил свидетель, наследство. Так что вполне можете потом обращаться в суд и вступать в наследство. Суд долез для внесения решения. Далее в программе. Просто так получилось, что вот эта гадина, она говорила про меня гадостей, Владимир. И он сбрасывал звонки, он не брал трубку, не могла с ним связаться. А потом я вдруг узнаю, что она вышла замуж. Ирина Коршунова уверена, что ее муж Кирилл не отец ее дочери Алины. Ирина утверждает, что 13 лет назад была любовницей Владимира Тишина, в результате чего и появилась Алина. Вдова Тишина не признает иск Коршуновой. Она уверена, что муж ей не изменял. Кто Лариса, тебя вот Кто тебя так просил? вот, Кто а просил? ты сомневалась да, еще. 3, 3, 3, 3. Конечно, сомневалась. Прошу всех садиться. Теперь ну, ты убедилась. Я вообще не ожидал. Иск об установлении отцовства удовлетворить. Установить отцовство умершего Полена Андрея Егоровича в отношении сына и и указать в актовой записи о рождении ребенка Ракитина Александра Андреевича в графе «Отец» Поленова Андрея Егоровича. Суд устанавливает отцовство умершего Поленова Андрея Егоровича, потому что утверждение истца, что Поленов является отцом ее сына Александра, подтверждается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное состояние закрыто. Прошу всех встать.

Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Слушается гражданское дело по иску Коршуновой Ирины Ивановны к Коршунову Кириллу Юрьевичу об оспаривании его отцовства в отношении 13-летней Коршуновой Алины Кирилловны, а также по иску Коршуновой Ирины Ивановны к Тишиной Виктории Юрьевне. Давид Тишина Владимира Сергеевича о признании покойного Тишина отцом несовершеннолетней дочери Иса Кошуровой Алины Кирилловны. Ответчик с иском не согласен и ответчица Тишина Виктория Юрьевна против иска также возражает. Ирина Ивановна, поясните, пожалуйста, ваша дочь родилась в законном браке. Спустя 13 лет вы решили оспорить отцовство вашего супруга, который записан отцом, и установить отцовство покойного Тишина Владимира Сергеевича. Почему? Потому что раньше не было в этом необходимости. И Владимир Тишин является моим любовником, являлся и обеспечивал нас. И так получилось, что со своей женой Викторией они не развелись, потому что она родила ему больного сына, вот, и она прекрасно знала о том, что у нас есть отношения с Владимиром и есть общая дочь Алина. Угу. То есть она прекрасно это знала. Угу. Что ты врешь, Алина и... моя дочь. И вы это... это все знали и с этим смирились, правильно? Я смирилась, но я не смирилась только тем, что вот а, Виктория отказалась мне часть наследства. Отдать. А, то есть она знала, нам. что, собственно, она знала, да, дочка да, что он Тишина, а да. от наследства. И ее на 4 месяца старше Алины. Угу. Есть а каждое... скажите, потому что какое наследство вам бы полагалось, если бы Тишин был записан отцом? Наследство значит, у него было две квартиры, загородный дом, три машины, значит. В счете в банке 250 миллионов, все это вместе, вот это весь его, в общем, все наследство составляло... Есть за что сумму. Побороться. Да, да, есть угу. за что. Но я ведь всего лишь потребовала это трехкомнатную квартиру, которая стоимостью является 24 миллиона. Угу. И вот, и я предложила Виктории отдать мне эту квартиру, и все, и на этом... Но она послала меня. Угу. Она послала меня, и угу. как бы... Скажите, Ваш Ирина, а при каких обстоятельствах Владимир Тишин погиб? А, случилось это, значит, пять месяцев назад. А, так получилось, он погиб в аварии, и а, вообще мы изначально думали, что это криминальный характер носит, как бы, эта ситуация, но. Как выяснилось, это халатность автосервиса. Там что-то с тормозами случилось. И... То есть он ушел из автосервиса, как бы... уехал на машине из да, автосервиса и, там... и у него отказали тормоза. И, и, и там что-то случилось с тормозами, и в итоге он в общем в катастрофе погиб, с... да, это вот угу. произошло такое. Угу. Ну, генетический вот. материал сохранился, есть материал, есть угу, материал для экспертизы. Есть материал генетический, и на основании этого материала я хотела бы провести тест, угу. вот, подтверждающий, Экспертиза что Владимир является уже проведена, с результатами мы чуть позже ознакомимся. Скажите, пожалуйста, когда начался ваш роман с Владимиром Тишиным, покойным, вы уже состояли же в браке с ответчиком, да? Конечно. Да, меня познакомила с Кириллом Виктория, это его родная сестра. Вот. Ну, соответственно, еще и подруга моя по совместительству. А, так так получилось. Виктория, родная сестра от Да, Отличка. Кирилла. Mm -hmm. да. Yeah, она, мне его, она мне его так расхвалила, то есть как бы, что он сможет обеспечивать семью. У него был начинающий бизнес. В итоге он просто что, пять есть? раз прогорел на этом бизнесе. Он вообще его не тянул, семью не обеспечивал. Я понимала, что этот брак ошибка, и... Все это длилось, ну, как бы я решила пожить для себя больше, так сказать, и мы предохранялись с Кириллом то есть детей у нас быть не могло. И так получается, что через год после нашего вот совместного такого проживания мы с Викторией решили отдохнуть в Египте и уехали в Египет. Ну и там вот в ресторане, как это вот обычно бывает на отдыхе, да, банальная вроде бы ситуация, я знакомлюсь с Владимиром Тишиным. Вот. И так получается, что мы, знакомимся. что мы знакомимся с ним. Он нас приглашает с Викой отдохнуть на яхте. Все бы хорошо, я вижу, что он глаз положил на меня. Mm -hmm. Все как бы замечательно. Но тут такая ситуация, что Вика, естественно. Зная, видя прекрасно, что у нас складываются уже отношения с Владимиром: что у нас все хорошо. Она начала козни всякие строить вот против нас. То есть, как бы Даже в тот момент. Вот вы едете отдыхать в Египет с вашей подругой Викторией. Да. Виктория. Родная сестра вашего мужа. Да. И вы там на глазах у Виктории, которая, еще раз повторюсь: родная сестра вашего мужа. начинаете роман с другим мужчиной. Но она изначально знала, что у нас с Кириллом все идет к разводу. Я не скрывала То есть вы от нее не этого. Скрывали, просто, да? я угу. этого не скрывала. Поэтому, как бы, все было для нее очевидно. Просто, понимаете, просто как она получается. просто влезла в мою жизнь. Ну, подождите, тем, что... подождите, с тем, что она влезла. Начал... Вот у вас начинается там роман. Вы вдвоем да. отдыхаете. А как так получилось тогда, что он на Виктории женился? Если у него с вами роман был? А вот так это получилось. То, что... Как-то... Она наговорила просто про меня гадостей моему мужу. И получается, что по приезду в Москву, вот, я вдруг узнаю, я, то есть не могла с ним никак связаться, поговорить обо всем, что происходит. И я по приезду в Москву вдруг узнаю, что она уже вышла замуж за него. И у них все замечательно. Подождите, подождите дело... вы вернулись из Египта, она уже замуж за него вышла. Там, что ли, в Египте замуж вышла? Нет, по приезду в Москву, ведь э, длительное время э, я не могла до марта месяца, я практически не могла с ним никак связаться. То есть она делала все, чтобы мы не могли нормально пообщаться с ним. Просто так получилось, что вот эта гадина, она говорила про меня гадостей, э, Владимир, и он сбрасывал звонки, он не брал трубку, я не могла с ним связаться. А потом я вдруг узнаю, что она вышла замуж да. за него. Вот. Но все-таки мне удалось в марте месяце, вот когда вот праздники были вот эти вот, мартовские, 8 марта, да, вот, мне удалось все-таки с ним встретиться. Он согласился на встречу, и мы встретились в отеле и провели прекрасные три дня. И в эти три дня мы зачали нашу Алиночку. Вот. Так вот. вот. Потому что я-то через 9 месяцев после этого родила здоровенькую девочку, в отличие от нее, которая родила урода. Вот, больного... Сына. Истец. Ты рот-то свой закрой, да? Угу. Рот. А сама что, уродина. Так? Сама ты уродина, не да. трогай моего сына, поняла? Ваша честь. Мой муж не мог влюбиться, не мог заводить роман да. вот с такой вот э, женщиной. Как так, подождите. Ну вот она же говорит, что вы вместе отдыхали. И у них начался роман. Как так получилось, что он на вас женился? Это просто она так говорит. То есть она обманывает? Конечно, она обманывает. Угу. Как только мы познакомились, у нас случилась с Владимиром любовь с первого взгляда. Но моя подруга от зависти чуть не лопнула, потому что с моим братом у них средний доста достаток, а я вдруг удачно выйду замуж. Я, конечно, хотела угу. поскандалить с ней, но так как она моя невестка... Скандалить не стала и посоветовала ей наладить отношения с моим братом uh -huh. и uh -huh. подарить ему ребеночка. Да, да, uh -huh. ваш честь. Uh -huh. то, да. Же самое, то же самое сестра сказала и мне. Она сказала, Кирилл, вы с сырой женаты уже целый год, и у вас, судя по всему, скорее всего, вы, да, наступил уже кризис первого года. Вам нужно просто родить ребеночка, тогда у вас все наладится. Uh -huh. Я тогда сгреб все эти таблетки ее противозачаточные, все выкинул, и мы вплотную занялись этим вопросом. И где-то в начале марта как раз была зачата наша дочь. Вот, так что я тогда помню, с работы бежал, после работы бежал, нигде не задерживался. Ирка меня встречала с, при свечах с бутылочкой вина. Ну, может сказать, у нас тогда был второй медовый месяц. Угу. Она вот говорит, что она дома не была в, на празднике, на мартовские, потому что проводила время со своим любовником, Владимиром Тишином. Не был Володей никогда ее любовником? Не был. Не бы был, любовником. никогда не был. Угу. Он всегда, Ваша честь, всегда очень любил мою, свою сестру Вику. О, мою сестру Вику, извините. А, Общее несчастье, общее горе, болезнь сына, их сблизило еще больше. У них была очень крепкая семья, и то есть это все ее домыслы. Не было ничего подобного. А с 6 по 8 марта, вот то, что она сейчас говорила: на самом деле не была она нигде с, с, с моим свояком. Это, она в это время оказалась в инфекционной больнице с подозрением на кишечный грипп. А, вот даже как, да? Да, с подозрением на кишечник. но слава богу, тогда диагноз этот не подтвердился. И когда она вернулась из больницы, мы продолжили заниматься зачатием ребенка. Вот. И где-то уже в середине апреля она была беременная. Вот. Так что, ваше честь, я нисколько не сомневаюсь, что Алина это Все моя понятно. Дочь. Ирина. Так где же вы были? С Владимиром или в инфекционной больнице? А Ваша честь, я вот насчет больницы соврала. Ну, тут такая ситуация... Кому? Мужу соврали? А, да, получается, я просто переживала, чтобы этот идиот не донес раньше времени информацию своей сестре а о том, ты что, ты что у нас Влад... с Владимиром наладились отношения уже. Вот. И а, получилась какая ситуация? У меня в больнице работает подруга которая естественно меня прикрыла как бы и сказала что? Кириллу о том, что посещение инфекционных больных запрещены, вот. А Вик Вике Владимир сказал, что он уехал в командировку на три дня. Вот все как бы У -у -у. это и все бы, один к одному говорит. сошлось. Но У -у -у. ты ты молчал только потому, что ты жил за деньги за счет моего любовника, потому что он выделял деньги на обеспечение дочери Алины, и ты жил за эти деньги, потому что ты ты не работал, ты копейки не приносил. И ты жил за наш счет. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете Алину своей дочкой? Я всегда считала, считаю Алину своей родной дочкой. То есть у вас даже крупицы сомнений не было, что она может быть от Абсолютно никаких сомнений. Ваша честь, я могу объяснить, зачем она все сделала. Зачем Зачем она прибежала в суд, я могу объяснить. Из-за квартиры она говорит. Нет, она прибежала в суд совсем по другой причине. Трехкомнатный, 24 миллиона. Я сейчас расскажу вам. Да что? Значит, дело в том, что у меня появилась другая женщина, и Ира застукала нас, ну, меня с этой женщиной, в доме моей сестры Вики. Она что устроила скандал аккуратно? вселенского масштаба, орала, что отомстит и мне, Кабелю, и моей сестре, которая этого Кабеля покрывает. В общем, устроила такое, что не приведи Господь. Вот и, и это, вот то, что она сейчас это все устроила, вот это шоу, это ее такая своеобразная месть. Mm -hmm. да, да бог ей судья, я для себя, например, уже решил, все. Да я ты... после суда я от тебя ухожу. Да, но, но, да но, да подожди, ребенка, ребенка я тебе не оставлю, я все равно продолжу с да ней что? общаться. Ребенок мой. Алина любит меня, а я люблю ее. Все. Да что да. ты? Да тебе не нужен ребенок. Ты да о ней не заботился. Алину любил Владимир. А и, а он и он о ней заботился любит. и давал деньги на ее обеспечение. Ты не обеспечивал ребенка, я не уделял ей внимания. А так давайте послушаем, кто из ваших мужчин уделял больше внимания Алине. Алина, как я поняла, ты в курсе, что сегодня суд установит, кто приходится тебе биологическим отцом. Да я и без всяких судов это знаю. В свидетельстве о рождении у меня записан отцом Кирилл. Но пусть этот придурок идет куда подальше. Ну, почему же ты так говоришь о человеке, который тебя 13 лет растил? И чё? Он только и делает, что лежит на диване, денег не зарабатывает. Я его тут недавно попросила мне новую куртку купить, так он сказал, что он в одной куртке 5 лет ходил, а у меня их 5. Козел. А Владимира Тишина который, возможно, приходится тебе отцом. Ты хорошо знала? Он тоже козел. Вечно приходил ко мне домой и мозги выносил, что надо хорошо учиться, чтобы чего-то в жизни достичь. Но у этого Тишина хотя бы денег было полно. Когда мне мать сказала, что он мой родной отец, то я немного расстроилась. А почему? Да потому что я вспомнила, как у него тоже новую куртку просила, а он сказал, что подарит мне, только если я четверть закончу на дни пятерки. Ну а теперь он помер, и мы с мамой отсудим деньги у тетки Вики, и мам мне будет покупать все, что я захочу. Ужас! В кого ты ребенка превратила? Я превратила. Одни деньги, на уме. Я превратила. Одни Это деньги. Ты нас Посма посмотри довел. на нее. Ну ничего, когда суд закончится. Ребенок ему нужен. Когда суд закончится, я из Алинки все. Когда суд закончится и экспертиза подтвердит, что я истинный отец Алины. Я из нее всю дурь эту вышибу. Скажите, пожалуйста, подтверждать да, это будет не копия, только Владимир. экспертиза, а ваш еще и свидетельские честь, показания. У вас честь, здесь свидетели заявлены. Я хотел попросить вас, можно в зал пригласить Баранова Олега? Он проработал все время у Володи личным телохранителем. И он как mm -hmm. раз докажет, что отец, Воло, отец ребенка не Володя, а я. Можно пригласить? Очень интересно. Баранов Олег Леонидович, пригласите его, пожалуйста. Во внимании матери пусть нуждается ребенок. Хотя Посмотри, как и она и разговаривает. Глаза и... доллары мелькают, и... да? И Владимир заботился о ней. Угу. Заботился. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Олег, а как долго вы работали у погибшего Владимира Тишина, телохранителем? 18 лет я работал у Владимира Сергеевича личным телохранителем и водителем. А вы можете подтвердить, что истец родила ребенка не от него, а от своего законного мужа? Но, собственно говоря, ту поездку в Египет я тоже прекрасно помню, потому что находился там же. А, а вы ездили с безусловно, вашим руководителем. Безусловно, дело нужно рядом с шефом. Угу. Собственно говоря, э, шеф пригласил двух подружек на яхту. Э, глаз он сразу положил на Викторию Юрьевну. А по поводу Ирины сказал, что, собственно говоря, типа, чтобы отвлечь, хоть пытался положить ее под меня, типа, мол. Девушка простая, но для тебя самое оно. Че, А как, получилось у него? Никак нет, потому что я, собственно говоря, не в моем вкусе она. Да и работа есть работа, поэтому... То есть вы фактически знали, где он находится каждый день, каждую минуту, правильно? Совершенно верно. А вот март 2005 года. Ирина говорит, что с 6 по 8 марта они находились вместе с Владимиром Тишиным в гостинице вдвоем. Вы это можете подтвердить, опровергнуть? Тот, по Или вам об этом ничего не известно? И все прекрасно известно. На тот момент мы находились а, в Питере, а, в филиале. Что вообще? И что встречи нет? не могло быть. Более того, а, на тот момент шеф дал указание, потому что Ирина регулярно преследовала а, Владимира Сергеевича, а, дал указание не пропускать ее ни в офис. И вообще желательно, чтобы на глаза он ей не попадался. Более она того, ему, то есть не он ей, а она ему. Она ну ей и он ей да. тоже, видимо. Ну, однозначно. Более того, был момент, когда она в очередной раз ожидала его в офиса. Мы выходили через черный ход, чтобы ни, ни, никак не пересекаться с ней, не ни, с... ни, ни создавать никаких конфликтных ситуаций. Ну, собственно говоря, сели в машину, проехали, и шеф решил просто побесить ее, чтобы мы проехали рядом с ней. Ну, а там была лужа. Я, естественно, втопил. Облили ее с ног до головы. И шеф на самом деле очень долго ржал и Ирка. типа по, делом тебе. по делам Ой, так Ирка. это курица. Куда же Смешно было, Поэтому да? я не знаю от кого родила Ирина, но точно не от шефа. Сколько тебе, Вика, приплатила-то за эту вот эту ложь, что ты сейчас несешь? Нисколько. Я? Более того, Ваша честь, Ирина мне предлагала 10 тысяч рублей для а -а -а. того, чтобы я соврал в суде и подтвердил, что они были любовниками и что Ирина родила от Владимира Сергеевича. Но я, собственно говоря, отказался ради памяти Владимира Сергеевича. Памяти, Да у тебя ничего святого Какой ни вы честный. И, естественно, у вас тут тоже заявлен свидетель. Тишина Валентина Федоровна. Я так понимаю, да, что это мама, мама погибшего Владимира. Да. И она, как никто другой, она прекрасно знает, что Алиночка это наш общий с Володей ребенок. Тишина Валентина, я Валентина Федоровна, скрывала, пригласите, пожалуйста. Я это не скрывала никогда. Очень интересно. Ее мама, Бестыжие. его мама, вернее. Алина она... мой ребенок. Она вкусная под... и поддерживала меня. Интересно. Я думаю, она сейчас все расскажет? Сейчас посмотрим. Сейчас Выходим. услышим. Выходим. Да? Что за. Выходите. А что, тесные отношения у вас были? С Валентина мамой? Федоровна, так и есть. здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите. Валентина Федоровна, соболезнования по поводу гибели вашего сына. Скажите, пожалуйста, вы считаете Алину своей родной внучкой? Да? Да, конечно. То есть, у вашего сына Владимира да. были отношения с, истцом, верно, с Да, Ириной? верно? Да, я очень сожалею, что мой сын Володя жил с нелюбимой женой и воспитывал больного ребенка. Когда он меня пришел знакомить с этой стервой, я сразу сказала, что он не любит, не, не любит его, а любит его деньги. Ну, конечно, дети не слушают родителей. Так получилось, что женился он на Виктории. Да, он женился. Но на при Виктория. этом у него были отношения с Он женился, с и потом сказал, что пришел через пару месяцев и сказал, что да, мама, ты была права, Вика не мой человек, и что сейчас он не может развестись, потому что она беременна, вот родит, потом uh -huh. решим эту проблему. Uh -huh. Но также он мне предупредил, что у него есть девушка, с которой он общается, а это оказалось, что это подруга Вики, Ирина. А ваш сын познакомил вас? Да, Получается. конечно, он меня с ней познакомил. Он пришел ко мне, это было 8 марта 2005 года. Но ну, я обалдела. Она такая же оказалась, как и Вика, ну, по характеру. Да, Ничего. но только еще же одни в несколько раз. А, в этом вот смысле, это да, такая да. же. Вот это точно. А что, она с вас сразу денег, что ли, потребовала? Вы это как определили? Нет, ну, я так и поняла ну, по нее, по ее характеру. Угу, угу. Вот, ну, просто то, что хорошо, то, что она родила здоровую девочку. Вот. поэтому я как бы уже взрослая хочу общаться с своими внуками. Угу. А Вика родила больного ребенка, который не нужен никому. Я вообще бы его в интернат сдала. Никому. никому он не нужен был? Никому. Ни Володе, ни Вике. Да. Надо было в интернат сдать. Да, 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 да. Но она его тем самым придержала. А себе. когда вы узнали, что Ирина беременна от вашего сына? Но он мне сам сказал. Угу. Они пришли, когда ко мне, и показали, пришли, сказали, что она беременна и что родится ребенок здоровый. Они даже справку мне показывали, что по УЗИ показывает здоровая девочка. Угу. Угу. А Алина вас знает, как свою бабушку? Да, до этого мы с ней не общались, но после смерти, потому что сын не хотел, чтобы мы пообщались, чтобы я лишнему ничего не сказала, не обидела Вику. Uh -huh. А после смерти мы познакомились с Алиной, хорошая девочка, очень приятная. Она сразу мне сказала, что она не будет меня бабушкой называть, а будет по имени называть, потому что я современная как бы, потому что и молодая бабушка. Молодая бабушка, uh -huh. и что мы с ней сошлись в общем по характеру. Мы пошли с ней в магазин, шоппинг сделали, я купила все, что хотела она. Но она же моя кровь, как же uh -huh. я могу uh -huh. отказать ей? Все понятно. Суд выслушал аргументы сторон, показания свидетелей. В рамках данного судебного разбирательства были проведены две ДНК экспертизы умершего Тишина Владимира и ответчика Кошну Кирилла Юрьевича. Принесите, пожалуйста, конверт с результатами ДНК тестов. Ну, я не виновата в этом, надо было за собой ну, перед смотреть. Же, конечно, ну неудобно. понятно, понятно. за собой следить ну, надо было, да. чтобы была здоровой, счастливая. А у вас здоровый внук. Итак, сначала оглашаются результаты генетической экспертизы умершего Тишина Владимира Сергеевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Тишина Владимира Сергеевича и Коршуновой Алины Кирилловны. По результатам настоящей экспертизы Тишин Владимир Сергеевич не является биологическим отцом Коршуновой Алины Кирилловны. Да как же это так? Ну, что? Это что Сделала. такое? Для Значит, ты выманивала деньги из моего Скажи, сына? Ну, ты, ну ты стерва! Да такого не может быть. Ну, правда. Вообще, да, не да, может конечно. Быть. Экспертиза ошиблась. Ваша честь, я всегда любила только Владимира. Этого, это не имеет этого никакого, не может никакого быть, отношения. Вы можете любить кого это, угодно. Это, просто, ну, это, это не имеет никакого отношения -то. к тому, кто является биологическим это отцом Алины. Ну, не не это сюда оглашаются результаты генетической экспертизы Кошного Кирилла Юрьевича. В рамках проведенного исследования метода молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Коршунова Кирилла Юрьевича и Коршуновой Алины Кирилловны. По результатам настоящей экспертизы Коршунов Кирилл Юрьевич не является биологическим отцом Коршну Алины Кирилловны. Кошмар. Так, вот это ты, подруга, еще один сюрприз устроила. Не зря мы все-таки здесь Ирина, получается так, что ни ваш законный муж, ни погибший Владимир Тишин не являются э, биологическими отцами Алины. Ни тот, часть, ни это -то ну ну не тот, ни другой. Это какая-то ошибка. Не может такого быть, понимаете? Ой, что ну вы... Не может, не может здесь быть, быть ошибки. Нет. Экспертиза проведена в рамках судебного нет. разбирательства. Всегда уважаемым владе... медицинским Влад... учреждением. Вот у вас есть предположение, кто тогда отец? Нет, нет, нет. Или вы будете наставить, что опять Конечно. Владимир? Повторно будем экспертизу проводить? Это все из-за него. Из-за кого? Она из А вот что вы так же? на свидетеля смотрите на Олега? Так, стопы, я тут причем. Да что -то нет. При чем? Вот, вот из-за него-то все. А, ну смысл? расскажи, что. Что, а что рассказать? Причем ты? При том. Все ведь из-за тебя. А чего теперь отпираться? Угу. Ты мне угрожал, да. ты шантажировал меня. Ты так. же не дал мне поговорить с Владимиром. Ты сделал все, что ты же по, по его наказу запретил мне к нему приближаться даже. Так. Ты же сделал все, чтобы я с ним не общалась. И что ты предложил мне? Он предложил мне переспать с ним. Чтобы что? Чтобы он позволил мне пообщаться с Владимиром. А, то есть, вот. доступ к телу Владимира, Владимира Владимир хранителя Олега. Да. Ваша честь. А что мне оставалось делать? Вот что мне оставалось делать. И, конечно, наверное, в тот период я и вот забеременела. А, вот так. Вот ну что так вот Олег? получилось? Все ли все вы с... Ну я ведь всегда любила все только все Владимира. Все было с точностью до наоборот. Поняли к сожительству? Я да. была уверена, все что Все было что с точностью до ребенка. наоборот. Это Ирина предложила мне переспать, да ты что, чтобы вообще... получить доступ к телу, а я дурак согласился. Угу. Ты Виктория будешь, Юрьевна, Я прошу меня уволить будешь... официально. И давать мне зарплату только в конвертах. В конверте? Да. Это тебя не спасет. Слушай, ты, по-моему, сидел на двух Я студиях, тебе жизни да? не дам. Я буду ты ходить за тобой уголь. следом. Ты все отдашь. Что-то, видимо, по... не в конверте, и докажу через не, в конверте суд, что... не официальным путем. Зарплату И докажу пока через суд, что Алина твоя дочь. Вот и посмотрим. Ты все отдашь. Суд таляется для внесения решения. Ой, подруга, я а прошу решения. всех встать. А ты вообще молчала. Оглашается решение суда. Иск Коршунова Ирины Ивановны об оспаривании отцовства ее супруга Коршунова Кирилла Юрьевича удовлетворить. Аннулировать запись об отцовстве Коршунова Кирилла Юрьевича в записи акта рождения рождении Коршунова Алины Кирилловны. В иске об установлении отцовства умершего Тишина Владимира Сергеевича отказать. Судебная станет закрыта. Прошу всех спать.